Я снимаю на. Дорогие телезрители, поприветствуйте. Так сказать, вот здрасте. 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 Короче, у нас замечательная новость. Так получилось, что вот эта вот хрень в коробке приехала. Угадайте с трех раз, что это. Значит, угадали. Кто угадал, тот молодец. Короче, мы снимаем. Максим Иванович, поможете? Вот. Ой-ой-ой. Хату не разнеси. Так получилось, что к нам приехал такой вот замечательный, прелестный, чудесный агрегат. Это Кайо 140. Классик, бейсик или еще как-то какой-то там сик. Короче, он без электростартера, чисто кик. Тут есть масляный радиатор. Надеюсь, видно. В крайнем случае нет. В новом совершенно состоянии, в коробочке. Вот, и мы будем все это дело скоро, может быть даже сегодня, собирать, заводить, кататься. Всем привет. Здрасте, до свидания. Ну и все. Короче, пошла запись снова. Снимается колесо. Оп. Распаковалась. Это волшебная коробка. Мы ее откроем попозже. Тяжеленькая. Оп. Радиатор. Ну что вы все не радуетесь? Мы радуемся. Это у нас что такое? Это у нас крылья. Замечательная проволочка. Пока снимали, ободрали весь мопед. На самом деле нет. Прям вот вижу. Гоночные суперспортивные грипсы. Не скрыть за пакетом пупырочным. Интересно мне, чем транспортировочное масло отличается от обычного масла, если оно чем-то отличается. А зачем заливать транспортировочное масло, если можно сразу залить обычное? А? Ну, мало ли там, мопед будет несколько лет стоять, масло это свойство будет отличать. Возможно. А тут сетка стоит уже, блин, не влази. Хреново, надо ее порвать, чтобы вылазило. Типа индикация цепи, индикация износа цепи. А цепь золотая, красивая. Причем ролики цепи тоже золотые. Китайцы настолько крутые, что делают все из золота. И амортизатор откручен. Яка гарна. Вот такая пробочка, пломбочка. На баке. Типа, что еще на нем никто не раздавал. Вот так прям сейчас на проволоку привяжем. Да, или на хомуты на утилок, которые тут там. И вперед. Давайте, ну давай. Тут у нас сервисная книжка, гайки, болты, кайбы. В общем, крепеж. Ого, даже походу какой-то инструмент есть. Вот что вам понадобится, чтобы собрать его в данный момент. Крепеж руля. По идее, должны подсказать о их положении.